Tere päevast kõigile ja meil on rõõm siin teid kõik tervitada jõulukontserdil Tallinna Raekoja platsil. Ja täna tulid meile tulla noored artistid Sankt-Peterburgist ja nemad tahavad oma esinemisega soovida kõigile ilusat, kõigile tallinlastele kõigepealt ilusat jõuluaega ja head vana aasta lõppu. Ja kuna meil tegu on ka külalistega Venemaal, siis räägin natuke ka vene keeles. Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы приветствуем вас на рождественском концерте здесь, на Ратушной площади. И в гости к нам приехали юные замечательные артисты из Санкт-Петербурга, нашего одного из самых близких городов российских, Санкт-Петербурга. И они хотят поздравить всех вас, таллинцев и гостей нашего города, с наступающим Рождеством и Новым годом! Добрый день! Мы приехали из Санкт-Петербурга. В сегодняшнем рождественском концерте мы с удовольствием выступим с нашими эстонскими друзьями, юными артистами из Таллина. Мы хотим, чтобы этот концерт стал праздничным подарком для всех, да-да, для всех жителей Таллина. Мы поздравляем вас с Рождеством и наступающим Новым годом! Ja meie külalistel on hea meel esineda täna koos oma noorte sõpradega Tallinnast. Ja nemad loodavad siiralt, et see kontsert on ilus kingitus kõigile tallinlastele. Ja veel kord ilusat jõuluaega ja head vana aasta lõppu! Niisiis, ja paari sõnaga sellest, mis juba jõulumees ütles teatrifestivali muinasjut kohta. Ta on juba täna Tallinnas on avatud teatrifestival Skaska ehk muinasjut ja mis korraldatakse Tallinna linnavalitsuse ja Sankt-Peterburi valitsuse toel juba 11 aastat ja käesoleval aastal festivali raames oma lavastusi näitavad meie Peterburi huvitavamad kollektiivid teater Music Hall, teater Master Skaja, teater festival Baltiiski Dom ja etendused toimuvad 3. ja 4. detsembril Vene Kultuurikeskuses. Festivali korraldajateks on Tallinna Vene Kultuurikeskus ja teatrfestival, Peterburi teatrfestival Baltiiski Dom. Сегодня в нашем городе открылся театральный фестиваль «Сказка», и этот фестиваль проводится при поддержке мэрии Таллина и правительства Санкт-Петербурга уже 11 лет. В этом году в рамках фестиваля выступят интереснейшие театры из Санкт-Петербурга, театр «Мюзик Холл», театр «Мастерская» и театр-фестиваль «Балтийский дом». Они показывают свои спектакли сегодня, 3 декабря, и завтра, 4 декабря, на сцене Центра русской культуры. И организаторами фестиваля выступают Центр русской культуры Таллин и театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург. Наш праздничный концерт также проходит в рамках фестиваля «Сказка». Для участия в концерте собрались лучшие детские творческие коллективы из Таллина и Санкт-Петербурга. В рамках совместной программы свое мастерство вам продемонстрируют коллективы Центра русской культуры, такие как вокально-хореографическая студия «Аллегро», поаплодируем им, вокальная студия «Влада», ну и, конечно же, арт-студия «Праздник», который приехал к нам из Санкт-Петербурга. Я... Nii, siis meie kontserdil esinevad, nagu oli öeldud, kollektiivid nii Peterburist kui ka Tallinnast ja oma meisterlikust näitavad Tallinna Vene Kultuurikeskuse laulustuudio Allegro, rahvalauluansambel Mlada ning artstuudio Praznik Sankt-Peterburist. Вы услышите выступления юных звездочек из Санкт-Петербурга и Таллина. Допустим, финалистов проекта «Детский голос Балтии» Анастасия Сивовол и Анастасия Плохим. И еще вы услышите выступление Матвея Семишкура. Он финалист проекта «Голос дети». Аплодируем! Я, эти талантливые ребята из Таллина и Санкт-Петербурга собрались вместе в рождественском концерте, чтобы поздравить вас с Новым годом. Нейт Андек, Норе, Таллин и Петербурге лапсет tulid täna koos siia, et tervitada teid ja soovida ilusat jõuluaega ja head vana aasta lõppu. Ja veel üks asi, väike üllatus, otse Venemaalt tuli avada meie kontserti. Kes te arvate?
No meil on Eestis jõuluvana. Meie põhjanaabritel on Santa Claus. Joulupukki. Ja venelastel on Ted Moroz ehk närivana. Kutsume teda siia. Koos nagu kutsume vaja. Ted Moroz! Ted Moroz! Ted Moroz! Ted Moroz! Ted Moroz! Аплодисменты! Слышу, слышу. Здравствуйте, здравствуйте. Всех с наступающим Новым годом. Как у вас настроение? Новогоднее? Не слышу ваших аплодисментов. У кого самое хорошее новогоднее настроение? Громко-громко кричим и ручки вверх поднимаем, поднимаем. Вижу, вижу, у Таллина хорошее новогоднее настроение. Ну что ж, желаю вам добра, счастья, удачи, богатства и благополучия. С наступающим Новым годом! Ура! И хочу вам сделать первый свой подарок. Это номер специально для вас, творческий номер, совместный двух городов. Города Санкт-Петербурга и города Таллина. Ура! С наступающим Новым годом! Давайте поаплодируем артистам. Что может быть прекрасней и чудесней? Что может быть сильнее на земле? Когда друзья с тобой, когда мы вместе.
Студио праздник Санкт-Петербург. Сон аплодис! Санкт-Петербургский арт-студия «Праздник» был на сцене. Замечательное новогоднее настроение постепенно нам приходит. Я нюци славале тулит лаулу лапсет, лаулу студио «Аллегро» on see kollektiiv ja pesitseb Vene kultuurikeskuses ja selle tubli kollektiivi kunstiline juht on Svetlana Zaugarova. Ja see on selle stuudio, selle koori Allegro noorem grupp. Сейчас на сцене выстроились замечательные исполнители из вокальной студии Allegro, Центра русской культуры. Это младшая группа хора «Аллегро» и замечательный руководитель, неутомимая Светлана Заугарова. В их исполнении два произведения сейчас прозвучит. Одно из них называется «Табатина» и вторая «Погодный рок». I'm gonna love you.
Радио Ди Аллегро. Я не слышу, еще громче. Вот знаете, у нас в Санкт-Петербурге снег выпал и растает. Но я все равно верю, что когда снег выпадет, можно будет загадать желание на снежинке. Встречайте, новогодний номер «Снежинка» от студии «Праздник». Современной бабки-ёшки. Встречайте, арт-студия «Праздник» с номером бабка-ёшка.ру. Thank you.
studiju Praznik Sankt-Peterburg ja solisti olid Svetlana Semiškur ja Sofia Kutšumova. Nii, nüüd siis tuleb lavale meie Tallinna kollektiiv ja see on ka kollektiiv, mis tegutseb Vene kultuurikeskuses ja see on rahvalauluansambel Mlada. Ja сейчас на сцене наш таллинский теперь коллектив, это ансамбль народной песни «Млада», который занимается в центре русской культуры. Я руководит этими девчонками замечательными Светлана Заугарова. И сейчас в исполнении вы услышите две русские народные песни «Кокс», «Вене рахвалаулу», «Кловат кохе зейн», я «Нейдон прибаски», я «Кузя едет на коне». Oh,
Павлова ансамбль «Млада». Первый, так сказать, аплодисменты. Аплодисменты, аплодисменты. Они же такие молодцы, они старались. Вот знаете, любви все возрасты покорны. Не верите? Тогда слушайте и смотрите. На сцене три юных артиста из арт-студии «Праздник». София Кучумова, Диана Бориска и Софья Погодина с номером «Топли ножка моя». Аплодисменты. Деревьям шубы шила, дарила сад.
за шершавой стеной, тьма колючая, как мое за мороз, всюду иней. А из окон порог Спасибо, спасибо нашим петербургским юным друзьям. И сейчас снова на сцену выйдут наши таллинцы. Ансамбль народной песни «Млада». Рахвалал ансамбль «Млада» Таллиннаст. Нюд уэсти лава. Ja kaks vene rahvalaulu kõlavad kohe. Tamariki, Tamarotski, Guljaju ja... Thank you.
зажигательный номер из репертуара нашей студии. Встречайте арт-студия «Праздник» с номером попури русских народных песен. Аплодисменты! Только времечко идет. Уморилась, ах ты, Филюшка, просто Филюшка, по небе дышу, уморилась, уморилась. Солнышко, молодец, капотыча. Выйди, выйди в ночь высокую, там до ночки подожжу. А завижу чем-то мокрую, все товары разложу. А завижу чем-то мокрую, все товары разложу. Ja nüüd laale tuleb vanem grupp laulustuudio
Allegro vene kultuurikeskusest ja Vahva kollektiiv. Ja on nende kunstiline juht Svetlana Zavarova снова на сцене вокальная студия Allegro, теперь старшая группа, руководитель Светлана Саугарова. И в их исполнении прозвучат две песни «Горницы» и «Емеля». Аплодисменты! Аплодисменты!
Спасибо. Финалист Настя Сивовол, сейчас перед вами финалистка телевизионного проекта «Детский голос Балтии» Настя Сивовол с песней «Мастерпис». Встречаем! Take the hits. Sometimes I mess up.
Para ti de Navur era más y me pintaba las manos la cara de azul y me proviso un avión rápido me elevo y me echo a volar en el cielo infinito. Felice me encuentro mal, tomando y el sol y verás que el mundo está lejos del espacio de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, wow, cantaré, wow, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Un sueño para ti de no volver a más y me pintaba las manos la cara de azul y me improviso el aviento rápido me elevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, wow, cantaré, wow, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, wow, cantare, wow, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Il suo consueño para fino a volte era más y me pintaba las manos la cara de azul y me improviso la fianta rapida me levó y me echó a volar en el cielo infinito. Volare, di stare lassù nel blu dipinto di blu.
Матвей Семишкур и арт-студия «Праздник» Санкт-Петербург. А сейчас на сцене финалистка проекта «Детский голос Балтии» Настя Плохих с песней «Стало сильнее». Аплодисменты Насте! Все мои друзья всегда со мной, мы живем одной большой семьей, не разлей вода, так говорят про меня.
Aitäh enda kõigile, kes tulid meid vaatama täna. Ja laval täna olid Art Studio Prastik Sankt Peterburg. Art Studio Prastik руководитель Светлана Терешкур. А также таллинские коллективы вокальная студия Allegro. Ансамбль народной песни Влада. Руководитель Светлана Заугарова, а также были солисты проекта «Детский голос Балти» Настя Сивовол и Настя Плохих. А также финалисты проекта «Голос Дети Россия». Это был Матвей Семишкур. Это была Настя Плохих, да. Итак, мы все рады, что вы к нам сегодня пришли. Мы oleme väga rõõmsad, et tulite meid vaatama. Ja see ühiskonsert Peterburi ja Tallinna laulu ja tantsu lapsed. Me tervitame teid ja soovime teile ilusat jõuluaega ja ilusat head vana aasta lõppu. Мне сегодня помогала замечательная ведущая из Санкт-Петербурга Камила Ищанова. А мне помогала.